После того, как Украина остановила процедуру подписания соглашения об ассоциации и занялась нормализацией отношений с Россией и странами таможенного союза, финансовые риски нашей страны заметно снизились. Об этом заявили в агентстве Bloomberg. Аналитики отмечают, что благодаря паузе в евроинтеграционных отношениях гривна укрепилась по отношению к доллару и евро, а главное, Украине удалось избежать дефолта. Подписание соглашения с ЕС привело бы к резкому обострению торговых связей с Россией, отметил Реги Шатрие, лондонский стратег Societe Generale. Инвесторы вновь проявили интерес к нашей стране. Международный фонд Блейзера заявил, что Украина получила надежду на увеличение инвестиционных вливаний и все благодаря возобновлению товарооборота с Россией. В украинском аналитическом центре считают, что можно говорить о повышении суверенного рейтинга Украины. Все это в очередной раз свидетельствует, что кульбиты чиновников в сторону ЕС находились исключительно в политической плоскости. Экономика же государства и его финансовый сектор крайне болезненно реагируют на любые непрогнозируемые метания и способны демонстрировать позитивные показатели роста только в условиях стабильности и надежности внешнеэкономического курса.